покажи это место, научи меня чему-то важному, там, где ты служишь. Он уменьшил то место, где мы сидим, и получилось как планета. Ну, как интересно. А планета какая? Земля. Земля, ну слава богу. И сколько-то понятнее. А можно дать урок, какой-то очень важный урок о Земле сегодняшней? Такой урок, который Ольга могла бы принести и другим людям. Дайте, пожалуйста. Он говорит, помогай ей. Покажи, пожалуйста, как бы Ольга, вот в ее сегодняшней форме, как бы она могла помогать ей? Он говорит, вибрируй. Вибрируй. Давайте прямо сейчас. Можно вот прямо сейчас? Ольга, которая путешествует, которая показывает как. Если нужно, подключайте Диану, у нее тоже здесь. Давайте вместе вибрировать так, чтобы Ольга могла научиться. Вибрируй на пользу Земле, как получается? Да. Помогай Земле. Вот сейчас пусть даст эту практику, а вы почувствуете тело, да? Нормально выдерживается тело? Да. Отлично. А как идет вибрация? Можете рассказать? А, под руками так вот. Под этот. Тело тяжело, а под руками как искрит. Есть ли ощущение какого-то источника этой вибрации? Вы его рождаете, что-то извне такое происходит? Откуда эта вибрация? У меня. У вас внутри, да? Да. А где внутри? Живот. Живот. Так. Угу. Значит, вибрация идет, а под вашими руками вот она образовалась. Дальше как? Надо как-то контактировать с Землей или что-то еще делать? Показывать, что руки надо присесть, да. И руки приложить. Вот, можете прямо там так делать? Да, я делаю. Отлично. Как Земля воспринимает все это, когда вы прикладываете руки, вот такой контакт тактильный? Ну, прохладная. Угу. Ну, как будто... Но я вижу со стороны, это как будто и она тоже вибрирует очень сильно. И она тоже вибрирует. Отлично. Так, а можно уточнить какое-то внутреннее состояние? Ну, подержать, думать о чем-то, в душе что-то чувствовать. Вот как он считает? Он говорит, расслабься. Расслабься, отлично. Значит, вибрируй, расслабься. Еще какие-то остаются будут? Радуйся. Радуйся. Угу.